Конечно, приятно получить эту награду, но я считаю, что в нашей команде были игроки, которые были более достойны, чем я в этом месяце. Я очень рад, что мне дали предпочтение, но считаю, что на этом не нужно останавливаться и двигаться дальше. Локомотив старался играть агрессивно, где-то у них были по ходу игры переборы с фолами, мы старались это грамотно использовать. Играли в контактный баскетбол, получали фолы, легкие очки, штрафные броски. Где-то была эмоциональная игра, Локомотив получил 2 технических, удалили их тренера. Вот основная причина, по которой мы удержались, это, я думаю, грамотное использование бонусных фолов. Вначале как-то не очень хорошо чувствовал бросок, но во второй половине как-то полетело, почувствовал, больше стал опять-таки бросать, как и в прошлой игре. Рад, что получилось. Концовку можно назвать концовкой Вовы Карпенко. В четвертой четверти он просто взял на себя инициативу и начал разгонять атаку, сам забивать. Благодаря ему мы сделали рывок. Конечно, были те, кто поддержали этот темп, но основной вклад в концовке внес Вова. Просто осознал, что пора уже делать рывок финальный, уходить к победе, поэтому так и вышел. Парни молоды, надо работать, надо ждать. Иногда прогресс бывает быстро, через 2-3 дня опять, иногда 2-3-4 месяца ничего, потом через несколько дней бывает тогда. И то же самое, каждый игрок по-разному. Тогда мы продолжаем, имеем еще 3 игры, будем попробовать, что лучше использовать каждую тренировку, специально каждую игру.